Работники производственно-технического объединения городского хозяйства – бойцы невидимого фронта, ведь их труд люди практически не замечают, но ощущают каждый раз, когда включают свет или горячую воду. Несмотря на это, за малейшие просчеты жители их часто ругают. Глава муниципалитета Валерий Венцель исправил такую несправедливость, вручив сотрудникам памятные медали и отметив достойную работу предприятия. Служба этого городского хозяйства – это служба, которая первая приходит на помощь, будь то отключение водоснабжения, электричества, неважно, любой сферы деятельности. Именно сотрудники этого городского хозяйства, невзирая на принадлежность этих сетей, в том числе, приходит на помощь нашим жителям. Среди 39 медалистов главный инженер предприятия Андрей Асеев. Из последних достижений рабочего коллектива он отмечает завершение проекта по строительству насосного коллектора в Купеленке. Однако о себе специалист говорит куда скромнее, нежели о своих коллегах. Наши сотрудники каждый день на боевых постах, на очистных сооружениях, на канализационных насосных станциях, на водозаборных узлах, на всех тепловых пунктах и, конечно же, на наших котельных обеспечивают теплом, водой в постоянном режиме, круглосуточном режиме. После вручения медалей сотрудники отправились на рабочие места, ведь сейчас предприятие планомерно готовится к отопительному сезону. Налаживает, проверяет и ремонтирует инженерные системы, чтобы тепло зимой было в каждом доме. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.